До 1 октября на всех участках республиканских магистралей, ремонтируемых по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», планируется завершить укладку верхних слоев асфальта. Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики МРЭЛ Александр Герасименко, сегодня основные ремонтные работы завершены практически на всех объектах. Остается около 2% участков дорог, где подрядные организации еще завершают укладку асфальтобетонной смеси. В целом, по республике в рамках нацпроекта в этом году будет отремонтировано около 2 400 000 квадратных метров дорожного полотна. На эти цели было выделено более 1 миллиарда 800 миллионов рублей. И дорожный бюджет, как планируется, будет увеличен до 2 миллиардов. Сегодня по региону в нормативное состояние приведено более 20 участков трасс. Самые протяженные – это Ардебеляк-Кужинер, Солнечный Ронга, Вятская, Кардентюр и другие. Большие планы у дорожников и на 2024 год. Все контракты у нас законтрактованы на 2024 год. Еще обратили внимание, достаточно много параллельно присоединяющих, примыкающих автомобильных дорог сегодня ремонтируется к данному направлению. Поэтому цели и задачи наши, которые стоят сегодня, и которые стоит глава республики перед нами, это максимально сделать все возможное, чтобы 50% всех наших дорог республиканского значения были приведены в нормативное состояние к концу 2024 года. И для этого в этом году, как и в прошлые годы, ремонт дорог проходил с опережающими темпами. Так, дорожные строители уже приступили к работам на трех участках трасс региона, которые стояли в планах на 2024 год.